Встречайте, сибирские сказители! Ой, вы гои еси, люди русские, баров здесь и вам, люди местные. Расскажу я вам быль былинную, как Россия вновь стала великою. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат долгосрочных инвестиций в приоритетные сегменты экономики и четкое выполнение майских указов президента. Ох, и шла на Руси жизнь безбедная, хорошела страна, да красивела, и всего было вдоволь у русичей. Даже думали, как не зажраться бы. Ну, не все так, конечно же, думали, а процента 2-3 населения. И за что не брались, дело спорилось. Олимпийские игры устроили. Заказали во Франции лодочки, повели трубопровод до Турции. Депортье прописали в Мордовии. И смотрели по телеку вечером, как нас хвалит и Рада Зейналова. В общем, стала Россия великою, даже с края чуть-чуть увеличилась. Хорошо стало жить люду русскому. Хорошо, хорошо, да не слишком ли? Так с победами свыклися русичи. Так хвалила и Рада Зейналова, что походу чернявая сглазила. Появились у русских завистники. Кстати, это впервые в истории. Одна злая старуха немецкая. Да заморский Кощей злонамеренный. Черный-черный душою и внешностью собрались извести славных русичей и наслали на них порчу лютую, что по их называется санкции. Налетели на Русь страшные санкции, как зима в декабре, неожиданно. Испужались люди, да бросились покупать впрок все самое нужное, гречку, соль, да по 7 телевизоров. Чтоб повесить в избе по периметру и ворчать на Ираду Зейналову. Времена наступили голодные. Не достать ни хамона, ни устрицу, ни креветки очищенной в панцире. И хотя этим раньше питались лишь процента 2-3 населения, остальные питались иллюзией, что когда-нибудь это попробуют. А как жить на Руси без иллюзии? Стали думать, как сдюжить под порчу. Долго думали и придумали. Нужно импортозамещение. А что значит сей термин диковинный? Ну, пока только слово придумали. Русичам бросились братья русичей, белорусичи. Научились сыры делать с плесенью, моцареллу и прочие финики. Даже стали креветку вылавливать, говорят, прямо в поле картофельном. Еще лучше жить стало русичам. И вообще хорошо белорусичам. Хорошо, хорошо, да не очень-то. Вновь шлют порчу Кощей со старухою. Призадумались, храбрые русичи, чтобы стало поменьше завистников, мы должны проиграть где-то что-нибудь. Заворчали в народе, зашикали. Не умеем мы больше проигрывать. Разучились за время правления. Вон, спроси у Ирады Зейналовой.
Но раз надо, давай в Евровидении. Там хоть сложно, но можно попробовать. И послали русичи в Австрию, чтоб ни с кем там не конкурировать. Ни зверушку, ни фрика, ни карлика. Ни артиста Чеченской республики, вокалиста Тимура Янусова. А обычную русскую девушку, белокурую, безбородую. Раз проигрывать, так уж проигрывать. Но беда, просчитались с фамилией. Все подумали, внучка Гагарина. И ну ставить по линии десяточки. Вновь победа повисла над русскими. Но спасибо, Литва, ноль поставила. Есть еще у нас братья в Прибалтике. В общем, все были рады, радешеньки. Рада даже и Рада Зейналова. Хорошо стало жить люду русскому. Хорошо, хорошо, да не очень-то. Не уймутся Кощей со старухою. Строят козни опять пуще прежнего. Замахнулись вообще на сакральное. Отобрать мундиаль в 18-м. Недостойны его, дескать, русские. Мол, он нами получен по блаттеру. Не стерпели тут храбрые русичи. Хоть как люди, они очень вежливы. Забирайте мистрали, мы выгребем. Забирайте продукты, мы выживем. Даже презервативы, мы справимся. Все равно у них не те ощущения. Но забрать вам футбол не получится. Не забрать у нас то, чего нет у нас. И поднялся на бой против нечисти. Самый сильный в бою и лингвистике. Богатырь федерального уровня. Сам Мутко наш. Виталий Леонтьевич. Окружило Виталия Леонтьевича журналистское вражье полчище. Все вопросами острыми колется. Но не дрогнул Виталий Леонтьевич. Взял микрофон аки палицу. И давай отвечать им по-аглицки. Сжечь сердца их глаголом неправильным и использовать present indefinite. No problem, у нас люди добрые. Но у мамы клянусь криминалити. Мундиаль наш забрать не получится. Евро-ассоциейшн нам сделайте. Хорошо стало вновь люду русскому. А что есть некий ряд мелких трудностей, так то уж не впервые в истории. Ведь на то мы и славные русичи, что с бедой любою мы справимся. Ждут нас снова победы великие. Нефть подпрыгнет под $400. Рубль станет валютой резервной. Джонни Депп переедет в Мордовию. Победим всех в футбол в 18-м. В общем, ждут времена нас прекрасные. Информация эта надежная. Ведь была она нами получена от таксиста, что вез нас из Адлера. А он вчера вез и Раду Зейналову.